В Латвии, как всегда, преобладает логика. Мы увольняем наших латвийских врачей за плохое знание латышского языка. Но мы берем медиков из Украины, да, и им не обязательно знать государственный язык. А теперь знаете, в чем прикол? Прикол в логике. Мы увольняем тех за незнание, а берем этих за то, что они, ну, как бы, просто украинцы. Украинцы. И им не надо знать латышский язык. А теперь просто вы должны понять, что мы самые логичные существа в Европе.